Доброе утро, коллеги. О мерах предосторожности к предстоящему сезону пикников мы сегодня обсудим в нашей студии. У нас гость Сергей Ботвин, главный лесничий Евпаторийского отдела, территориального отдела Евпаторийского лесничества. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Скажите, когда начинается у лесничества Евпаторийского пожароопасный сезон и сколько он длится по времени? Ну, обычно у нас пожароопасный период начинался с 1 марта и длился в среднем до 1 ноября. Но так как вот в том году была очень сухая осень и было очень мало осадков, у нас в ноябре месяце в Симферопольском лесничестве был очень сильный пожар. Сгорело более 50 гектар леса. Поэтому в этом году у нас самый длительный пожароопасный период. Он начался в этом году 1 февраля и продлится до 1 декабря. Он введен приказом министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, министром Наравом Геннадием Павловичем. Ну, получается, вы почти круглый год... Ну, 10 месяцев в году у нас, в этом году 10 месяцев будет длиться пожароопасный период. Будем мы 10 месяцев проводить противопожарный мониторинг, создавать и обновлять противопожарные минерализованные полосы, проводить противопожарную агитацию, лекции, беседы с местным населением о мерах предосторожности при обращении с огнем в лесу, перекрывать дороги, ставить шлагбаумы, делать, так сказать, препятствия, особенно... Сильно будем готовиться к особому противопожарному режиму. Он у нас выходит также приказом министра экологии и природных ресурсов. Вот особенно, когда летом выходит особый противопожарный режим, там он гласит как ограничение пребывания граждан в лесах и запрете въезда в них автотранспортных средств. Разрешен проезд и проход только по дорогам общего пользования, отдых и въезд автотранспорта на территорию лесного фонда категорически запрещен и карается наказанием по статье 8.32, часть 3 Административного кодекса Российской Федерации нарушение правил пожарной безопасности в момент действия особого противопожарного режима. Штраф там от 3 до 5 тысяч рублей. Ну, скоро майские праздники, и хочется отметить, что территория вашего Евпаторийского лесничества, она не ограничивается городом Евпатория. Люди, которые выходят на пикник, вот чем бы хотелось предостеречь, может быть, не разжигать такие вот большие сильные костры? Ну, во-первых, не разжигать больших сильных костров. Если это не особый противопожарный режим, разжигать костер можно, но... По законодательству он должен быть окопан противопожарной минерализованной полосой шириной 0,5 метров, 50 сантиметров. Если этого сделано не будет, также идет наказание по статье 8.32, часть 1, нарушение правил пожарной безопасности. На первый раз там идет предупреждение, на второй раз 1500 рублей штрафа. Также хотелось бы призвать жителей нашего полуострова, что когда вы ходите в лес, это не оставлять после себя мусора, так как мусор является пожароопасным материалом. Так как у нас особенно вот степной Крым, сильные ветра, очень сильные. Летом, когда бывает, что дождливая весна, вырастает большая трава. Летом она высыхает. Потом начинаются сильные ветры. Огонь очень быстро распространяется. То, что создавалось десятками лет, в которое вложилось миллионы рублей, может погибнуть за 20-30 минут. И потом снова понадобится десятки лет для его восстановления. Ну а кто в ответе за мусор, кто его будет убирать? Вот в этом направлении как-то работает Евпаторийское лесничество? Ну, в этом направлении мы работаем. Есть такая бессрочная акция «Сделаем Крым чистым». Мы призываем в основном это жители дачных кооперативов, жители города Евпатории, сел, выйти на акцию, собрать мусор, договариваемся с главами сельских поселений, администрация, предоставление техники по вывозу данного мусора. Ну и стараемся поддерживать лес в чистоте. Ну это совместная работа получается. Совместная работа с гражданами, потому что без них никак не справиться. Спасибо большое, Сергей, что пришли этим утром к нам в студию. Коллеги, ну а я передаю вам слово и будем соблюдать чистоту в наших лесах. Спасибо большое, Тоня. Желаем вам хорошего настроения и добрых вестей. Напоминаем, что на связи была с нами Антонина Бугреева.